Сегодня я хочу вам рассказать, как достичь такой идеальной чистоты сковороды с помощью аммиака. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать, как избавиться от нагара вот от такой сковородки. Нашел я ее у бабушки, и судя по всему, видно, что у бабушки бабушка ее купила и как бы ни разу походу не оттиралась. Нагар очень толстый, большой. Отмывать я его буду аммиаком. Купил в аптеке пузырьки. Хочу проверить. Посмотрел. Видео там попалось одно. Вроде как отмывается, блестит. Но хочу с вами этим секретом поделиться. И заодно посмотреть, правда это или нет. Принцип какой. Берем сковородку. Засовываем ее в пакет. И обливаем его аммиаком. Желательно не дышать, так как он сильно едкий, обливается. Обливаем, брызгаем вовнутрь, снаружи. Для этого я взял два пузырька, ну как вот сказать, для достоверности. Аппаративное состояние сделаем. Запах бомба. Все, закручиваем для того, чтобы меньше выходило воздуха. И заворачиваем во второй пакет. Закручиваем вовнутрь. Вот завязали и оставили на часов на 10. Потом посмотрим, что будет. Итак, прошло у нас не 8 часов, а 12. Сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Запах, конечно, бомба. Дает резко в нос. Так. Ну, наглядно, если глянуть, то в принципе ничего не изменилось. Ну, посмотрим здесь. Смотрите, смотрите, ребята, это действительно существует правильный метод чистки сковородки. Она действительно оттирается. Сейчас я возьму губку и полностью почищу сковородку. И покажу вам, что с ней получилось дальше. Вот я и победил эту сковородку. Посмотрите, какая она чистая, идеальная. Отмылась всего лишь двумя тюбиками 10% аммиака. Чистилась, не сказать, что прям очень сильно легко. Местами есть, конечно, где приходилось шкрябать, но не без этого. Всем советую именно аммиак 10%. Отмывайте, пользуйтесь. Не стоит выкидывать такие хорошие вещи, которые еще прослужат и нам, и нашим детям, и внукам. Не забывайте подписываться на мой канал, просматривать, ставить лайки и следить за дальнейшей судьбой моего канала. Всем пока!